Всем привет! Мой блефарчик по имени Банана в очередной раз думает полинять. Это хорошо заметно по изменению цвета кожи. Она становится как бы притушеванная, светленькая, с белесым даже оттенком, а так вообще ярко-желтенькая. Больше времени ящерка проводит во влажной камере. Ну, значит, либо днем, либо ночью мы будем линять. Цвет уже специфический. Вот оно, отлично видно. Ну, обычно линьку мы не сильно-то успеваем заметить. Проходит все очень быстро, и блефарчик сам съедает свою шкурку. Сейчас попробую не сильно кошмара повернуть. Ага, вот. Такая девчонка. Динозаврик мой. Ну, собственно, буду ждать линьку. Это недолго. Обычно они укладываются реально в сутки. То есть, как только увидел, что цвет тела изменился на белесый, ну, значит, через несколько часов состоится линька. И потом вы увидите блефарчика уже в обновленной версии. Снова ярким и красивым. Вот она, моя малышка. Вот такая вот. Даже цвет тут на хвостике поменялся. Так что ждем, пусть дитё линяет. Иди. Умничка моя. Кстати, горошек почему-то, ну как, в тот раз они отлиняли вместе, и сейчас она отстает почему-то. То есть пока еще цветность нормальная, возможно, через сутки тоже соберется линять. Потом покажу, что получилось. Всем привет! Еще в очередной, так сказать, раз. Я с утра показывала вот эту вот красотку по имени Банана. Она собиралась линять. Прихожу домой, а мы уже полиняли. Мы уже красивые, желтенькие, с зеленцой. И хвостик у нас нарядный. Девчонка поменяла шкурку. Мое отсутствие. И вот сейчас покажу поближе. Вот такая красотень получилась. Малыши у блефаров линяют довольно часто, потому что они активно растут. Так что если такой товарищ вдруг поменял цветность, стал более сереньким, ничего страшного. Ребенок собирается линять. Все в порядке. Теперь она снова вот такая вот красавица. Да. Умничка такая красивая. Ну, приставать мы к ней не будем. Я ей сейчас выдам тараканов, пусть занимается. Вот такой ребенок. С приручением процесс у нас еще идет. Да, она еще вот пугается. Приходится много времени уделять тому, чтобы она посидела на ручках. Ну, терпения у меня хватает, поэтому будем приручаться дальше. Такая вот красотка. Кому интересно вот такое вот чудо, подписывайтесь на канал и ждите новые видео. Пока-пока!